Здравствуйте, здравствуйте. Это МЛБ, первая лига, и это Тюмень. Это две команды, которые наполнены амбициями на этот сезон. Тюмень принимает в 10-м туре первой лиги футбольный клуб «Родина». И игра началась. Игра началась. Мяч у футболистов «Родины». Посмотрим, насколько активно они пойдут вперед. Дальше в Хабаровск. Ну и вот теперь он в «Родине» спасает свою команду. Удар по воротам мощный, плотный. Это Евгений Татаринов, лучший бомбардир Тюмени. И вот еще один момент для него. Посмотрите, как робко здесь сыграл Митя Крижин. Ну а вот у городового робости не было. Первое настоящее спасение. Юдинцев. И желтая карточка. Вот здесь все-таки желтая. Снова на газоне Уэсли. И Татаринов мог отметиться в протоколе совсем иначе. Помните тот его момент, когда он выходил на ворота городового. И давайте досмотрим атаку. Здесь Татаринов не увидел момент передачи и немножко запоздал. И зачем-то решил еще толкнуть Воропаева в спину. Хотя уже было понятно, что мяч уходит за пределы поля. Вот зачем это действие? Абсолютно ненужное. 93-й номер, голкипер городовой. Далее Воропаев, 5-й номер. С ним все в порядке. И слава богу, красная. Красная Татаринову. Подсказали сейчас Дмитрию Стрельцову. Ну, видимо, вторая желтая. Но все шансы теперь у «Родины» сыграть в свой футбол есть. И вот, смотрите, момент снова приходит. К воротам соперника пенальти. Мяч попал в руку. ВАР уже ничем не поможет. Еще и желтая карточка Олегу Дмитриеву. Не Олегу Дмитриеву, прошу прощения, Никите Балахонцеву. Удар и спасение. И добивание есть у Тимошенко. И гол. Все-таки состоялся 7-й гол Тимошенко. Егора Любакова. Нужно похвалить за игру в ленточке, но его сейф не спасает команду от гола Тимошенко. По удару здесь реагировал Любаков, но добивание осталось за нападающим «Родины». Из 6 голов предыдущих только один был забит Тимошенко с пенальти. И вот этот гол будет записан как мяч с игры. Был открыт синяк. Вместо этого пас вперед. И посмотрите, оголенный фланг остался у Тюмени. Мяч уже в штрафной. И второй гол забивает «Родина». Ошибка голкипера Тюмени. Ошибка обороны тюменцев. Там открылся фланг, поднялся синяк. И дальше не сработала подстраховка. Рикошет от футболиста Тюмени. И поэтому в холостую здесь, видите, за мячом прыгнул голкипер команды. Значит, Печенкина попала. И дальше через руки Егора Любакова попал в сетку. Подача Шитова. И удар по воротам. И это гол! Тюмень отыграла один мяч. И вот они, волевые качества Тюмени. Они остались в меньшинстве. Они получили два мяча от «Родины». Но все равно они остаются в игре. И посмотрите, кто забил. Это Байтуков. Руслан Байтуков, еще недавно защищавший цвета футбольного клуба «Родина». Сейчас он забивает ворота своей бывшей команды. И вот еще одна подача в штрафную. Вот момент, и Тюмень сравнивает счет. Ну и вот еще одно волевое усилие. Подача в штрафную. Посмотрите, здесь никого нет перед Болотовым. Дмитрий в последний момент сделал движение в сторону мяча, но для того, чтобы сыграть его головой, а не для того, чтобы накрыть Болотова, который выходил на ударную позицию. И у него есть шанс спасти свою команду. Подача. Здорово. Здорово выходит из ворот Егор Любаков. И это свисток. Это ничья волевая. Ничья для футбольного клуба «Тюмень». И, конечно, это большая потеря очков для «Родины». Друзья, спасибо вам большое за внимание. Коллегам, спасибо большое за работу. Меня зовут Михаил Масаковский. Продолжайте смотреть российский футбол на наших каналах. Пока.